Здравствуйте, наши дорогие студенты и преподаватели Тюменского института культуры. Научная библиотека поздравляет всех с новым учебным годом. И сектор литературы по дизайну подготовил ко Дню знаний выставку новых поступлений, куда вошла и учебная литература, и литература по архитектуре, дизайну, искусству. Мы сейчас вам хотим предложить познакомиться с новыми книжечками. Здесь представлены книги по английскому языку, учебники, учебные пособия для высшего профессионального образования. Английский язык для дизайнеров, английский язык для художников и искусствоведов. Эти пособия содержат аутентичные тексты, тестовые задания для студентов, а также снабжены словарями профессиональных терминов и популярными разговорными фразами, которые могут понадобиться студентам в их профессиональной деятельности. Также стоит отметить два учебных пособия на английском языке, которые изданы в Великобритании. Это пособие Art and Design и Architecture. Эти два пособия предназначены как для студентов художественного и дизайнерского направлений, так и для студентов-архитекторов. В каждом из пособий три части, и в этих частях можно найти самые разнообразные сведения по либо по дизайнерской деятельности, ну, в частности, дизайн интерьера, дизайн моды на разворотах представлены, цифровые технологии, а в пособии по архитектуре можно встретить на разворотах информацию о строительных материалах, например, о типах, конструкциях, сооружений и много-много другой полезной для профессионалов информации. Также среди учебной литературы можно отметить учебник и практикум для среднего профессионального образования «Цифровые технологии в дизайне». Это очень актуальное пособие в настоящее время, поскольку посвящен этот учебник цифровому искусству, его специфике, особенностям его языка, новым средствам выразительности. Также здесь несколько разделов уделено электронным изданиям, печатным изданиям, электронным печатным изданиям в первую очередь, информационным экраном в городской среде, либо на планшетах, на мобильных устройствах. То есть это очень ценная и полезная книга, очень пособие интересное. И для тех студентов, которые обучаются по специальности декоративно-прикладное искусство, у нас на выставке есть два учебника для высшего и для среднего профессионального образования. Это художественная керамика и декоративно-прикладное искусство керамика. Они, как можно догадаться, посвящены керамике, ее истории, в том числе истории керамики Западной Сибири и технологии ее изготовления. Ну и если переходить к изданиям общего характера по архитектуре, дизайну, искусству, то следует отметить небольшую по объему и размеру, но очень ценную книгу Геннадия Васильевича Вершинина «Искусство проектирования. Синеж. Утраченное будущее». Эта книжечка не обладает грифом учебника, но на самом деле она выполняет эту роль, поскольку посвящена эта книга такому значимому и ключевому явлению в отечественном, да и в мировом дизайне, как Синежская учебно-экспериментальная студия, которая работала в 60-х, 80-х годах 20 века. Геннадий Васильевич Вершинин приводит несколько интересных примеров из проектной деятельности этой студии. Это музеи, это выставки, средовые проекты. И отмечает, что те наработки, те принципы и методика проектной деятельности, которая была выработана в этой студии в 60-е и 80-е годы, все это используют сейчас современные зарубежные дизайнеры и архитекторы. То есть это такой вот авангард для своего времени.
Далее, для студентов-архитекторов на нашей выставке может оказаться полезной и нужной книга Александра Рябушина «Архитекторы рубежа тысячелетий. Поиски и открытия». Это богатое, иллюстрированное, очень такое мощное и тяжеловесное издание. На самом деле посвящено творческим портретам четырех архитекторов с мировым именем, которые выразили современные тенденции в архитектуре. Это Отто Унгерс, Алваро Сиза, Тадао Анда и Ренцо Пиано. Вот она пригодится архитекторам. Художникам, которые интересуются монументальной живописью, будет интересна книга, такой вот роскошный большой альбом «Мурал XXL. Монументальная настенная живопись» или «Стрит арт». Эта книга создана немецкой художницей, она занимается граффити, и она собрала самых современных, наиболее известных художников, которые создают такие монументальные вещи огромных размеров во многих городах и странах мира. И вот под одной обложкой эти замечательные, очень интересные и мощные на самом деле росписи собраны немецкой художницей. Далее, для художников, искусствоведов на нашей выставке есть также новинки. Это путеводитель по современному искусству. Называется эта книга «Стили школы направления». Здесь представлено около 100 стилей и направлений, начиная от импрессионизма, то есть с 19 века, со второй половины 19 века, до настоящего времени, до новейших направлений. Ну и две книжечки стоит отметить, это «Искусство подделки» Ноя Чарни, читается она как детектив самый настоящий, и книга искусствоведа Веры Чайковской «Дух подлинности. Соцреализм и окрестности», в которых автор обращает внимание на художников, которые были несправедливо отодвинуты в сторону официальным соцреализмом, мастерами официального соцреализма. Это Петров Водкин, Дейнека, Тишлер, Фальк и многие другие. Поэтому приглашаем на нашу выставку. Нам кажется, что эти книги должны понравиться студентам и преподавателям разных специальностей. До встречи в библиотеке!